река Серьга, парк Оленьи Ручьи. Классное место, очень красивое. В этот парк, наверное, ежедневно посещают десятки, а может быть даже сотни людей. И с детьми сплавляются по реке. Такая погодка не очень приветливая, где-то плюс 10 градусов, пасмурно. А вообще уже всю неделю шли обильные дожди, поэтому, надеюсь, сегодня будет хорошее течение на реке. Я уже в прошлый раз сплавлялся по этой реке месяц назад. Проплыл 23 километра, сегодня хочу проплыть подольше. Где-то 40-ку сегодня хочу сделать с товарищем. Доехали до деревни Новая Ельня. Сейчас идем к реке, спускаемся. Здесь неожиданно оказался такой обрывистый берег. Идем вниз. Такого наклончики, обрывчики. Накачали лодку. Сейчас поплывем. 9 часов утра. Начинаем сплав. Всегда хочу залезть в лодку, чтобы ноги не намочить. Не получается. Ну, да? Немножко намочило, ничего. Я же говорю, неделю шли дожди, течение очень хорошее. Река широкая стала, и классно плыть. Сейчас напрягаюсь, 8 км в час. Так, впереди ускорение. Да есть такие участки, где даже деревья затоплены. Вон, посмотри. Корень дерева в воде стоит. Вот эти вот участки реки обычно туристы не видят, потому что здесь пешком не ходят. Это как бы еще не парк или не ручьи, до него мы еще не доплыли. А здесь скалы тоже очень живописные, необычные. Все возможно, если захочешь. Паша демонстрирует способ перемещения стоя на Покровке. Оказывается, можно. Как венецианский гондольер. Ну вот почти сабборд. Два в одном. В общем, еще один новый способ перемещения. Это вот так можно стоять на бортах. Ну, конечно, очень опасно, но интересно. Очень. В общем, Паше стало скучно просто плыть, он решил. Серьезно, так что-то скучно, когда. Видишь, управление только вот немножко подучиться надо. 12 км в час скорость. Температура плюс 11 градусов. Блин, свежо. Сейчас на мне получается 3 слоя. Вот ветровка. Там еще вот кофта и еще футболка. Все равно прохладно. Дно глиняное, поэтому река коричневого цвета. Вообще дна не видно. Скала Кастровый мост. Проплыли 18 километров. Я вообще места не узнаю, вот вода разлилась, вообще как будто по другим местам плывет. Такая широкая река стала. О, нифига тут течение-то, елки-палки. Все, одну ногу ставь сначала. Сначала левую ставь ногу. Блин, Паша меня, блин, учит стоять на лодке. Вот смотри, я вот сейчас... Только надо, наверное, по центру стоять. Ух. Вот я смотрю. У меня как-то они скользят, эти тапки-то. Немножечко. Я вот сидел, у меня ногам холодно, я вот встал.
чувствуется, как вот вообще. Она у тебя, по-моему, лодка слабее как-то. Так, прямо по курсу скала утопленник. А дальше ангел доброй надежды. Второй мост пешеходный. Пробую заплыть в грот. Даса, не даса, о, какой он. Классно. Писаница. В ней тоже есть небольшой грот. Заплываешь в грот, сразу GPS-сигнал пропадает. Проплыли 26 километров. Ты меня видишь? Жень, видишь меня? Здесь на скале писаниц примерно на высоте 6 метров изображения нанесены краской. Сегодня у нас на обед сублиматы, каша гречневая с грибами. Вот так это выглядит. Должно набухнуть. Прошли 35 километров. Ну вот и доплыли деревню Ракаева. Позади 40 километров по реке. Лодка прибывает к берегу. Нам туда выбежать, туда. Сейчас 5 часов вечера. Сейчас у нас следующий план. Выйти за пределы Ракаева, там убрать рюкзаки в лес, а далее бегом. Ну, в общем, у нас получилось примерно 23 километра от реки до машины. Добежали примерно за 2 часа. Всем пока, спасибо, что смотрели это видео. Видели, где вот мы машину оставили? Здесь такой рядом деревянный городок интересный.